Я в это не верю. Он был так молод, Бан-Бан. Почему ты меня оставил после всего, что между нами было? Нет, не хочу. Я тебя никогда не забуду. Это нечестно. Ну все, пойдем. Он был такой хороший. Я буду скучать по нему. Хоть проводы достойные. Надо держаться. Он был верным другом, и теперь я вижу его лишь во сне. Мы позаботимся о садике. О, Бан-Бан, мы будем скучать. Они ушли? О, Бан-Бан, я так старался уберечь тебя. Прости, я правда старался. Что ты тут делаешь? Нет, ты знаешь, как он погиб? Ты ведь был там, не так ли? Погоди, все не так, как кажется. Я хотел спасти его. Господи! Не верь ему! Ну, что тебе еще известно? Ты зачем-то сюда приперся? Он тебя ненавидел, и ты это знаешь! Но это не так! Ты убил его! Я все расскажу. Я так больше не могу! А? Кто здесь? Здорово! Давно не виделись! Вы лиса! О, бесишь! Укушу! Нет! Сейчас не до этого! Эйс, ты не пытаешься наладить отношения! Не волнует! Он здесь! Ну вот вы и попались, бесята! Вот об этом я и говорил! Спаси! Отвали! Помоги мне его победить! Ты моя последняя надежда! Вот пристал! Ладно, но потом я с тобой поквитаюсь. Ну, наваляем ему. Двойной удар! Чё? Лицо не трожьте, наглецы. Лучше бы вы сидели по своим норкам. А теперь ты, наконец, станешь моим слугой. Откуда столько злобы? Жесть, мы умрём. Есть мысль? Только ужас. Возьми себя в руки. Я с ним разберусь, а нас не трогает. О, ты так можешь. Может, поболтаем? А что, испугался? Давай драться. Он стал быстрее. Назад, чудище. Я себя не боюсь, да-да-да. Сейчас ты умрешь. О, нет, отпусти. Ты еще пожалеешь. Ну так заставь меня, слабак. Попробуй увернись. Скипетр дал ему силу. Все плохо. Ай, очень плохо. Ничего не вижу. Бан-Бан, где ты? О, боже мой! Сламба, беги, спасайся, пока есть шанс! О, нет! Есть идея! Лифт еще работает! Мы можем спастись вместе! Не в мою смену! С каждой секунды он становится только сильнее! Бан-Бан, я тебя не брошу! Давай сюда руку! Оставь меня! Я до лифта вряд ли доберусь! Ну чего ты стоишь? Это конец! Ну же, беги! Скорее! Нет, Бан-Бан, как такое могло произойти? Слишком поздно. Я слабею. Беги, иначе он тебя... Прикончит. Прекрати, Бан-Бан. У меня нет иного выхода. Прости меня. Нет, я не могу. Ты что делаешь? Беги! Я тебя не оставлю. Но ты должен. Я не согласен. Забудь обо мне. Мне не выжить. Умоляю тебя, уходи. Ты несешь бред. Мы уйдем вместе, ясно? Ты мой герой. А ты мой, а герой не умирает. Только держись, все будет хорошо. Я больше не могу. Бан-Бан. Мне жаль, что я запер тебя. Прости меня, ты достойный человек. Нет, еще не время прощаться. Приехали. Это была честь для меня, сражаться рядом с тобой. Я кашусь. Бан-Бан, нет, не покидай меня. Не надо, ты навсегда останешься в моем сердце. Бан-Бан. Кто-то идет. Не может быть, Бан-Бан. Мерзавцы! О, боже! Вот почему я здесь! Поверь мне, Бан-Банина! Ага, сейчас! Не трожь меня! Ты все еще главный подозреваемый! И я хочу лишь одного! Оплакивать его! Мне так жаль! Зачем тебе это? Я же ничего не сделал! Прекрати, говорю! Просто чтобы показать тебе, кто тут босс, Смурфик! Геваниумом не захлебнись! Я не хочу умирать! Пощади, молю! Скоро все закончится! Прощай! О, нет, дело дрянь! О, ноги в шот! И что мне теперь делать? На помощь! Это крик о помощи. Но чей? Фламба? Держись! Я иду! Я больше не выдержу! И ничего нет под рукой. Мне остается только быть смелым и не останавливаться. Бан-Бан, ты что хочешь? Это слишком опасно! Другого пути нет! Что ты наделал? Теперь ты в ловушке! Все горит! Ты живой? Боюсь, ненадолго. Ты мой герой. Позаботься о садике. Здесь все хорошие люди. Как... Нет, Бан-Бан, не бросай нас. Очнись. Ну все, ты попал. Ребят! Фламба убил Бан-Бана. Что случилось? Бан-Бан, убийца! Ты это сделал? Конечно нет. За кого ты меня принимаешь? Серенгион пытался убить меня, как вдруг... Молчать, лжец.
Не надо! Я говорю правду, поверьте мне! Ты заплатишь за свои грешки! Какие нафиг грешки? Ты больной! Отпусти! О, Бан-Бан, мы будем скучать! Он был так молод! Вся жизнь впереди! О, держись! Нам будет тебя не хватать, дружище! Покойся с миром, любовь моя! Я тоже скучаю! Не, не скучай! Заткнись, предатель, это все ты! Вот только никто не в курсе! Вот гад! А ведь он пожертвовал жизнью ради меня! Привет! Я присяду? Делай, что хочешь. Я ничтожен. А я так не думаю. Ну, а теперь пора отведать этот шедевр. Какая вкуснота! Так и есть, хочется. Что это было? Прости. А, понял. Ну, с голода я не помру. Держи. Что? Это мне? Спасибо. Ты мой лучший друг. Я знаю. Нам стоит быть осторожнее. О, сейчас, смотри. Бан-Бан, ну что я говорил? Сейчас всякую я помогу, закрой глаза и не двигайся. Ты в порядке? Да, огнище, бро. Тебе за мной не угнаться. Аккуратно. О, боже мой, дрон! Нет, не может быть. Я же вечность на него копил с моей копеечной зарплаты. И что мне теперь делать с этим хламом? Возьми мой. С ним ты лучше управляешься. Ура, ты лучший. А этот элемент называется «Друзья навсегда». Однажды я верну всю любовь, что ты мне подарил. Ты так и сделал, дружище. Я горжусь тобой. В чем дело? Сюрингион, что ты задумал? Пора вершать правосудие. Верно, это он должен слезы лить! Что? Да я бы в жизни его не тронул! Это все Серингион! Рот закрой! Ну и? Это правда? А он врет! Я поймал его как раз, когда он облил бедного Бан-Бана геваниумом! Мне ничто не помешает! Пора понести наказание, злодей! Не надо, ребят! Послушайте меня! Мы отплатим тебе той же монетой! Это тебе за Бан-Бана! Да! Ну что ж, пора закругляться! Кстати, вы совершаете ошибку! Я этого не делал, он был моим другом! А ты его безжалостно убил! Вот тебе, предатель! Да! Стойте! Этот голос, что? Ну откуда? Не надо! Голос шел отсюда! Я сказал, прекращайте это безумие, пока я не разозлился! Сейчас же отпустите Фламба! Бан-Бан, ты жив! Не может быть! Как ему удалось? Надо спешить! Нет, стой! Я не готов умирать! Остановите его! Я сгорю! А? Я еще жив? И снова я спасаю твою шкуру. Ты теперь мой должник. Мой герой вернулся! Неприемлемо! Почему не работает, что? Ни шагу дальше! Сколько раз мне придется тебя еще убивать? Ой-ой. А ну-ка повтори, баклан. Так это был ты! Не, ребят, вы просто все не так поняли. Не бейте! Стойте, не надо. Если вы его тронете, то тогда чем же вы лучше него? Задумайтесь. Чего? Он же тебя укокошить хотел. Дай мне шанс. Ладно. Спасибо. И знай, я сделаю все, чтобы вновь заслужить твое доверие. Все говоришь. Тогда может... Да, отличный план. Минуточку. Боже мой, ненавижу иголки. Не-не-не-не. Словно комарик укусит. Вот и все. Офигеть! Как новенький. Ребят, я ужасно сожалею. Да ничего. Прости, что назвали толстяком. У меня кость широкая. Нам нужен новый план. Что будем делать? Спросим у Флина. Он знает, что к чему. Точно, погнали. Снова провал? Конкретно, что теперь? Я перевещу вас в изберение воспоминаний, и вы возьмете скипетр оттуда. А, да даду тоже. Блин, а это больно. Ёшки-макарошки, хочу к маме. Хорош болтать. Я вас всех разнесу. Я почти закончил. Не надо. Проглочу. Сработало? Да. А, люблю, когда тихо и спокойно. Где мы? На году! Так вы встречаете короля на кол. Нет, молчать! Приготовься к... Ты не стоишь моего времени, Плакса! Все такое большое? Мама? А теперь... Нет, отдай-ка нам! Отпустите! Что за шум? Сгинь, осьминог несчастный! Отдай нам скипетр! Свой купите, бандюги! Взял! Нет! Тут я капитан! Поиграть бы с кем? Эй, Бан-Бан, а тебе идет подгузник! Подгузник? Мы вернем тебя в норму! В норму? Круть! Это мне конфетка? Куфть охота! Что, если... Да отстаньте! Мой леденец! Бан-Бан, скипетр, осторожней! Уи!
Ты без парашюта! Лечу! Это вообще не конфета! Бан-бан! Приветики! Вкуснятина! Не трушь меня! Я тут все разнесу! Я верну свой скипетр! Эти полоумные думали, что победят! Прочь! Да-да-ду! Должен поймать! Бан-бан! Поменяемся? Смотри, настоящий леденец! Леденец? Лучше этого? О, ты мой друг? Конечно, Бан-бан! Верь мне! Верить? Эта конфетка намного вкуснее! Как здорово! Спасибо тебе большое! Да! Друг! Спасибо! Конфетка, на помощь! А? Вор, он мой! Попрощайся с жизнью! Ладно! Самолет летит прямо на нас! Не на нас! Осторожнее! Нет, помогите! Голова кружится! Ё-моё, надеюсь, не бомбанет. Нет! Держу тебя! Силы уходят! Будете знать, как красть у меня! На! Хватит меня! Глупец, я заберу у тебя самое дорогое. Сердце. Победа. Тича? Хорошо, хоть я и младенец, но я найду злодея и надеру ему зад. Серьезно? Никому меня не побить. Тот монстр побил друга. Нет, не могу поверить. Малыш Бан-бан, осторожней, не поранься тут. Мы вернем тебя в норму. Друг, он мой друг. Он поделился со мной едой. Из всех людей именно он позаботился обо мне. Друг! А монстр все уничтожил. У меня есть для тебя конфетка. Получай! Отвратительно! Никто не сменил подгузник этому сорванцу. Ха-ха! Лови! Я буду играть! Нет, лизать! Не мой стиль. Надо быть серьезней. Я порезу тебя на кусочки! Еще немного, я упаду! Верь мне, у меня есть план. Ты ку-ку! Турбины на взлет! С такой скоростью мы что хочешь догоним! Вот это бяка! А ну сюда, мне плевать, что ты ребенок! Это я называю от винта! Голова... Нет! Взял! Мой скипетр! У тебя получилось! Да, но Флинн должен вернуть нас обратно! Пора возвращать этих дураков домой! Сконцентрируйся! Быстрее, медуза! Надеюсь, все умеют плавать! Не люблю воду! Почти все! Мы потонем, Флинн! Заболти! Нет! Мы хотим жить! Раз, два, три! Да, я гений! Что не так? Битер Гегл? Нет! У нас получилось. Да, друг мой. Только не это. Ты такой сильный. У кого-нибудь есть для меня шутка? Шутники из нас, так себе, прости. Нет. Какая жалость. Хотел усмеяться напоследок. Это немного, но зато от души. Каки? Ты вытер слезы какой? Извини. Это офигенно. Поверить не могу. Нет, не оставляй нас, Питер Гигл! Ну же, я голоден! Боже, Бан-бан, успокойся! Как только поем! Мне нужно спрятаться! Куда он подевался? Бежать некуда. Что же мне делать? Сколько здесь сидишь? Шш, тише, Бан-бан услышит. Вам не сбежать. Я чувствую ваши поджелудочные. Так что перестаньте прятаться и идите ко мне в рот. Нас нашли. Макарошки. Стоять, нарушитель. Ты в розыске. По тебе тюрьма плачет. Я попался, шериф. Но кого ловить-то будешь? Монстр? Он завладел мной. Кто завладел? Голод. Отдай поджелудочные. Ты не оставил мне выбора. Получай. Как ты посмел? Это правосудие. Тодстер, кажется, мне лучше. Правда? Может, если отведем тебя к врачу, еще будет шанс? Я не думал, что ты будешь... А? Таким глупым. О, кажется, нашел.
Бан! Спасибо за перекус. Но это только начало. Впереди еще столько поджелудочных. Например, эти. Что там творится? Привет. Чего сидим? Кто там кричал? Мы просто играли. Ты снова нормальный? Конечно. Можете выходить. Лады. У вас-то мозгов нет. Нет! Наши поджелудочные похожи. Интересно, а на вкус они? Что за? Было близко, бро. О, нет! Смотри! А? Шериф Тодстер! Как ты мог так поступить? Приветики. Вы как? Это было ужасно. Я пытался отбиться. Это все они. Отомстите за нас. Фламбо? Игрок? Что? Нет, он врет. Не верьте ему. Ах, вы пожалеете. Бежим. Идите вперед. За ними. Отлично, сделайте все за меня. Больше не могу. Мы должны оторваться. Но как? Должен быть способ. Оу, сюда. Но там закрыто. Не бойся, я открою. Надо просто нажать эту кнопку. Высоко. Это не проблема. Дрон, лети! Прыжок! Закрывай! А? Чего он медлит? Пусть закрывает! Упали! Они наши! Не работает! Давай же, ну! Нехорошо! Спинка! Чуть не попались! Вам не уйти! Мы отомстим за шерифа! Молодец! Ты тоже! Хорошо сработались! Это точно! А? Чего опять? Они ломают двери! Мелкие предатели, я вас сожру! Джош, постой! Мы объясним! Нечего объяснять! Время мести! Остановись! Вам меня не заболтать! Бесси, Ода, вот так, вы отвлеките здоровяка! Базар, бро! Вон он! Краплиса! Я знаю, они близко! Чувачок, ты должен нас оттанцевать, чтоб пройти туда! Чего? Наблюдай, смотри, учись, и слюной не захлебнись! Ха, как Майкл Джексон, теперь ты... Танцевать? Вот так? Мать моя, они реально! Это игрок? А ты лучше, чем мы думали. Достаем попери. Как тебе такое? Хватит! Эй! Какие они крутые! Кто не танцует, тот не проходит. Еще немного? Джош, смотри! О, вот вы где! Простите, продолжим другой раз, друзья! Делаем ноги! Сюда, убийца! Чем больше бежите, тем больше будете страдать! Ты как пухляш? Почему ты здесь, Бан-Бан? Проверяю, вдруг ты устал. О, ну нет! Давай, давай. О, нет! Вкуснота, самый жирненький. Ребята, вон они! Вон они! Их нужно остановить! Это все он! Не верьте ему! Как вы смеете убивать? Моих друзей уничтожу! Нет! Постой! Уничтожь их, а я их доем. Я всех защищу! Он нападает! Сюда! Какой быстрый! Не прощу! О, нет, тупик! Придется прыгать! А если упадем высоко же? Я подкину! Уверен? Легко, а теперь? Не прыгай, не надо! Я бы остался поболтать, но мне пора! Минус что? Держу! Поднимай! Давай еще чуть-чуть! Спасибо! Получилось! А? Чую вкусную поджелудочную! Что Бан-Бан делает? Питер Гегглс, нет! Что еще? А? Давай подсажу тебя как Фламбо. Ты так точно достанешь. Но я тяжелее игрока. Сзади, обернись! Не прокатит, Бан-Бан меня прикрывая. Ладно, я текло. Господи! Нет! Бан-Бан обманщик! Простите меня! Я слышу Питер Гигла. Что? Опять они! Эти трусы столкнули его! Столкнули? Туда! Ну как? Сколько повторять, это он! Прыгните сами! Сзади! Как со стенкой! Бежим! Вернитесь! Сюда! А вот и вы! Куда бежите, друзья? Да-да-да! Вижу, вы ищете проблем. Получите! Нет! Не позволю! Как вы смеете, низшие существа? Я не позволю вредить моим друзьям! Но кто защитит тебя? Отпусти его! Быстрее, у меня еще есть дела! Сильный! Нет! Хватит играться, уничтожьте его! Игрок, беги! Фламбо! Нашел, давно хотел попробовать. Что? Уилли, вы. О, сюда. Как жестоко. Эй, вы, сейчас будет жестче. Девочки, мы должны спрятаться. Давайте вкусняшкой можете идти. Фламбо, я подвел тебя. Я должен был быть на твоем месте. Это же должно сработать. Хватит, я тоже голодный. Но мы не умеем готовить. Попытка, не пытка. Давай же, не иди на свет, иди на мой голос. Ты первая. Не-не-не-не, стой, не надо. Зря стараешься. Летит самолетик. А вот и я.
А, зубы! Ты спасена! Спасибо! Не за что! Бежим! Чудеса! Сработало! А? Это скипетр, как ты посмел? Еле успел! Он идет! Не позволю! В этот раз я его остановлю, не бойся! Достали! Я раздавлю вас скипетром, как муравьев! Я смогу! Не трожь! Пожалуй, сохраню. Молодец, Крок! Но я почти победил. Молодец, здоровяк! Оу, ничего такого. Я его конкретно обтанцевал. Конечно. О, черт, план Б. Стоять! Да-да-да, у меня контролировал. Мы не поведемся. Осталось только одно. Просыпайся, Саня. Ты тоже. Куда ж мы без закона? Отлично! Теперь все пришло в норму и настало спокойствие. Да что вообще происходит? А? О нет, они словно одержимы. Ну, они вроде ушли. Что делать? Куда бежать? На помощь! Он где-то тут! Мама, где же ты? Чего, блин? Это что за дичь? Почему ты от нас прячешься? Мы все равно найдем тебя, дорогуша! Ну как, нашла? Нет! А ты? Ну, его тут нет! Но я же его точно видела! Пронесло! Как жаль! Девчат, он там! Чего? Надо было помыться! Запах ведет меня сюда! Нет! Не открывай! Я так хочу узнать тебя поближе! Эй, что? Ты глянь, что мы нашли! Вау! О, Фламбо! Такой загадочный! Уже иду! Я чуть не погиб! Фу! И первое селфи достается мне! Это для меня! Гадость! Надо побыстрее сваливать! Девчонки, я нашла! Да как она? Ой, ну да, я думал, лодыжка хрустнула. Ладно, расскажи мне все. Время на исходе. Лапулечка, вернись. Стойте, это же следы со вкусом Фламбо. Стена будь иллюзией. Не попался. Ну все, с меня хватит. Отвалите. Иначе я сожру ваши души. Устал. Уходите. Милашечка! Вы меня не боитесь? Ты же чаровашка. Ты слишком близко. Обожаю твои ушки. Ого, Фламбо, какие у тебя мускулы. Ой, как не лука. Ну что вы пристали? Потому что мы любим тебя. О, Мора, это полный успех. Я в дамках, и он в дураках. Кто ж знал, что продажа мерча твоего злейшего врага может так радовать. Ты лучший. Ничего это ты тут делаешь? Ничего. Ты меня за дуру, что ли, держишь? Ужин готов. Топай на кухню сейчас же, не то я тебя накостыляю. Да, милая. Не заставляй меня ждать. Ох, умеет она нагнать жути. Вечно он фигней мается и... Что? Что это с тобой? Фанатки появились. Это они с тобой сделали? И это не худшее. Ого, спасибо, Бонбалина. Ненавижу платье. А я шила новое. Фламбо, это просто наш язык любви. Они не отстают. Что? Еще одно успели напялить. Задолбали. Бонбалина, молю, спаси. Нашу поцелую. Погодите-ка. Эй, он с другой девушкой. Я вытру. Не волнуйся, все обойдется. Что? Он нас предал. Ну вот, не пятнышко. Ты идешь со мной. Бонбалина. Что? Фламбо наш. Вот именно. И у нас его никто не отнимет. Держу. Ай, рука. Все хорошо, ну хватит уже. Ну тогда, дорогой Фламбо, не доставайся же ты никому. Что? Нет, вы что делаете? Я же разорвусь на сотни маленьких дивалей. О, боже мой. Чего? Мои руки! Ты что сделала? Это все из-за тебя! Да как вы посмели напасть на Фламбо? О, тут явно зверь по фазе. Фламбо будет моим! Фламбо! Любимый! Ой-ой, наконец-то! А? Бан-бан? За ним! Это была ошибка! Ай, больно как! А, Бонбалина, я просто... Это что? А почему эта игрушка выглядит точно как я, Бан-бан? Ничего не хочешь нам рассказать, предатель? Мне жаль.
Я просто хотел денег. Денег? За мой счет, зараза меркантильная. А я таких ужасно не люблю. Фламбо, это просто недопонимание. А мне кажется, я все очень хорошо понимаю. Завещание написал. Неужели это конец? Все, я с тобой больше не разговариваю. Мы больше не друзья. Все. Фламбо? О, фух. Вот это я легко отделался. О, да. Ай-яй-яй. Боже, ты ушел, а вот я с тобой еще не закончила, гнусный эгоист! Бамбалина, прошу, у тебя слишком тяжелая что? Рука! Ну да, линейки, правда, страшные! Сегодня точно это с пятеркой, и ничто мне не... Да не домашку, не то будет хуже! Нет, я над ней всю ночь корпел! Скорее храпел! Хватит! Нет! Смотри, что ты наделал! Надо было просто отдать! Да это же моя! Рот закрой, нытик, и подбери сопли! Все равно всем пофиг на твою домашку! Ну вот, все мои старания пошли прахом. Внимание, класс! Начинаем урок! Гляньте, кто пришел. Да я... Ты издеваешься? Ты вообще время видел? Ты будешь наказан. Нет, прости. Зачем сразу бить-то? Садись, пока еще не отхватил. Похоже, я не получу ни капли снисхождения. Вообще ни с кем не буду говорить сегодня. Может, хоть так не огребу. Ай! За что? Сиренгион меня обижает! Некрасиво смеяться над одноклассниками! Он же сам просил! Вот. Эй, пусти! Пни меня! Классика! И вы надо мной смеетесь! Ай, хватит! Ну все, тише! Сдавайте свои работы! Конечно, мам, сейчас! Что же делать? Сказать правду не вариант. Она мне все равно не поверит. Вот, Балина, я... Язык прикуси, не то голову откушу! Мне нужен другой план. Я очень старался. Ну как вам? Пятерка! Круто! Как мне теперь все это разрулить? Ну, где твоя домашняя работа? Чего ждешь? Сдавай! Ну, понимаете, я все сделал, но ее съела собака. И вот что от нее осталось. Значит, твоя собака съела безвкусную бумажку, да? Да, именно. Спасибо, что выслушали. Ай, ну опять зачем? Ты бы хоть придумал что-нибудь новенькое. Два тебе! Все, ученики, урок окончен. Я начинаю думать. Лузер. Все меня ненавидят. Ты храбрый. А? Никому не давай себя в обиду. Защищайся. О, бро, спасибо, ты прав. Вперед. Джамбо шарит. Я ж преисполнился. Теперь все изменится. Давай сюда свой хапчик. Эй, верни, а не то. Не то что, ты же вроде нюня. Нет, отдай. Да что это такое? Ты такой щедрый. Я и правда нюня. Нет, я храбрый. Эй, вы. Чего? Да вы. Сейчас же верните мой обед. Это он нам? Ну, держись! Кажется, синий хочет синяк! Ой, я не... Надеешься сбежать? Мне не нужны проблемы. Я правда думал, что смогу, но... Слабые всегда будут валяться в ногах у сильных. Черт, напали толпой. Надо было бежать. Поздняк метаться, сопляк! Так его, бей, бей! Хватит с него! До сегодня! Вот хлюпик! Не сдавайся! Я в тебя верю! Даже если в меня верит лишь один, этого хватит! Что ты там вякнул? Урою, гады! Ну, поправай! Чего? А теперь бан-бан получает жбан! Не можешь! Он его вырубил! О, нет, прошу, это жестоко! Жестоко? А то, что вы со мной сделали, это не жестоко? Подумайте над этим! Ну да, ты прав! Прости, Фламбо! Извинения приняты. Чего? Как так? О, Сигма! Они б не отстали, не дая им отпор. Спасибо! И помни, добро должно быть с кулаками! Да хватит! Что тебе нужно? Ты умом тронулась, что ли? Какой ты болтун! Сдохни! А мне почему-то казалось, что ты положительный персонаж! Ай, что с тобой стало, брошиста? Почему ты намек не понял? Заткнись! Давай, дрон, выручай! Так, не упусти свой шанс, игрок! Вот, отличное укрытие! Вроде спасся. Чего расселся? Ай, да хватит меня преследовать! Мазила, ты попался! Ёлы макароны, зачем тебе это? Отвечай! Я даже не знаю, кто ты на самом деле! Но я правда пытаюсь тебя понять! Тебе это не поможет, теперь ты мой! Это картина! Картина? Чего это ты нарисовала? Да, а это я. Да
того, как у меня украли счастье. Ну, порисуем. Дальше я первая. Какие шустрые. О, мой бог, как же так? Мы не суем кисточки в носик, хорошо? Вот, держи. Молодец. Что у тебя случилось? Мой рисунок испорчен. Кажется, я знаю, как все исправить. Ну вот, все в порядке. Мисс Брошиста, вы лучшая. И капелька голубого для неба. Будет так красиво. Чего? Ой, солнышко, это не краска. Простите. Держи тюбик. Спасибо. Все так заняты. А значит, по российскому мороженому. Давайте, малыши. Эй, что? Вообще-то у них урок. Да мы быстренько. Дети, стойте. Но они ушли. И по пути моя ученица потеряла свою шапочку. А я не успела их догнать. И мне оставалось только смотреть, как Бан-Бан уезжает вниз на лифте с моими учениками. Ой-ой, моя шапочка! Но я услышала ее плач и прыгнула вслед за ними. Я чуть не сорвалась в бездну, рискуя всем ради любви своих учеников. Держитесь! Когда казалось, что все потеряно, я жалела лишь об одном, что я так мало успела дать будущим поколениям. Я успела смириться со своей судьбой и попрощаться с жизнью, как вдруг чья-то рука подарила мне еще один шанс. О, боже, Бан-Бан! Бан-Бан, ты герой! Ты тратишь мое время. Мы в порядке! Ты же не могла пойти без этого. Надевай. Спасибо! Уже какие сопли, но все, идем быстрее. Бан-Бан привел нас в место, где я раньше не бывала. Не бойтесь, малыши, все в полном порядке. Мы пришли. Что? Над кушеткой склонился странный монстр с инструментами вместо рук. Что тут происходит, дети? Это безумие! Кто это? Зачем мы здесь? Это профи своего дела. В каком смысле? Нет, пусти! Нет! Не бойтесь, мне нужно всего пару минут. Где я? Что происходит? О, вы уже проснулись, отлично. Что вам от меня нужно? О боже, они вам зачем? У меня на всех вас есть планы. Я бы даже сказал, большие планы. Что? Нет, нет. О, боже, сейчас же отпусти ее, мерзавец! Как тяжело! Дети! Ну вот, еще один готов. Невозможно! О, а все не так уж и страшно. Всем привет! Опять провал, как меня это достало! Отпусти их, нельзя так поступать! Да неужели? А у меня тем временем еще целых два подопытных. Мои бедные малыши, вы... Не могу видеть, как они страдают. Отпусти их, прошу. Теперь ваш черед, мисс. Вот что значит мастер за работой. Истинно золотые руки. Что вы со мной сделали? Идеал, конечно же. Ты как видишь этого парня? Перекрась его в красный. Везде. Я взялась за кейс с переполненным злостью, яростью сердцем и залила все красным. Ведь я всегда любила цветные работы. О, да, я в восторге. Умничка моя, теперь что? Напиши мой портрет. Портрет? Зачем тебе портрет? Просто напиши и передай мое величие во всех деталях. Он заставил написать тысячи его портретов. А я изо всех сил пыталась забыть прошлое, ведь я потеряла всех, кого любила всем сердцем. Теперь я просто художник. Боже, это ужасно, мне так жаль. Спасибо. О, нет. Умничка, ты его поймал. Ёшки, ты его не тронешь, ясно тебе? Мятеж, стоило ожидать. Обожаю бунтарей. Мы устраним любого злоумышленника, хозяин. Малыши, нет, вспомните, кто вы. Граждане, приведите ко мне это чудовище. Есть, сэр. Вот, подлец! Прошу, я не хочу умирать! Я не дам тебе в обиду, малыш! Ни за что! Тебе конец, чудовище! Прошу! Оставьте ее! Легкая мишень! Вам не удержать! Хватит уже! Все, хватит с тебя! Ну, пожалуйста! Точно! Только бы сработало! Ты попалась! Да, но взгляните туда! Что? Я хочу посмотреть! Я тоже! Это же мы! Точно, я помню. Надо их остановить. Да. Нет, не надо, отойди, я не люблю иголки. Ну так еще веселее. Чего?
Как вы смеете так меня хватать? Так тебе и надо. Что? Мисс? Я знаю, что делать. Это унизительно. Мы решили подвинуть тебя на световом круге. За что? Нет, иди туда же. В глубине души я знаю, что заслужил это, но все равно бесит. Да!